Урожай яблок в Карачаево-Черкесии демонстрирует последние годы стабильный серьезный рост. Данная отрасль сельского хозяйства считается одной из самых перспективных и инвестиционно привлекательных. Одним из успешных садоводов в нашем регионе выступает агропромышленный комплекс «Приэльбрусье». Их главная задача не только достичь высокого урожая, но и сохранить его до следующего сезона. Все это осуществляется при помощи инвестиционного проекта «Строительство фруктохранилища вместимостью 20 тысяч тонн с сортировочно-упаковочным оборудованием». Как идет реализация программы, узнавала Альбина Ламкова. Садоводы к яблоку относятся очень бережно. Выращивают, кормят, следят, чтобы оно не заболело. А затем его вручную собирают и перевозят аккуратно в хранилище. Здесь достаточно холодно. Оно не портится, сохраняет вкус и свои витамины. А все потому, что здесь для него созданы благоприятные условия. Закладка интенсивного яблоневого сада на площади 500 гектаров стартовала в 2017 году. А в 2021 реализовали инвестиционный проект по строительству фруктохранилища на 5000 тонн. Осенью оно было полностью заполнено, так как садоводы Приэльбрусья собрали хороший урожай яблок. Для их сохранности в холодильных камерах поддерживают стабильный микроклимат. Плоды расфасованы в контейнеры. Их выставляют по технологии не больше 10 уровней вверх. Мы уже с прошлого года реализовали минимум где-то 5000 тонн, если даже чуть больше. Точную цифру я не могу сказать сейчас. Еще осталось где-то 5 камер полных по 250 тонн. Ну, особенности хранения яблок, чтобы они были свежие, чтобы сохранились. А сложность? Ну, сложности везде надо за ним смотреть, анализы делать и так далее. После этапов хранения для плодов наступает так называемый яблочный спа. Каждый фрукт проходит мойку в чистой воде. После загрязнения она вытесняется через сливные щели в канализацию. Затем автоматическое взвешивание, чтобы определить калибр наличия внутренних и внешних дефектов. Для сортировки фруктов работает 4 линии. За один час они вырабатывают 10 тонн. В день это количество увеличивается до 80. Если есть погрешности, то яблоко удаляется с линии и переводится в индустриальное. Отсортированные плоды идут на упаковочные столы, где их аккуратно вручную помещают в ящик. Эта часть работы несложная. Надо сказать, что хозяйство Приэльбрусье обеспечивает рабочими местами людей из разных населенных пунктов Адыгейского района. В этом отсеке производства трудятся 45 человек. Ну, у нас работа не тяжелая. Спасибо, вот нам создают такое условие, техника все делает. Но мы тоже стараемся качественно работать, за качеством следим. Нас специально привозят, сами же и отвозят на работу. Движение во фруктохранилище напоминает улей. У каждого своя обязанность. После сортировки фруктов в ящике их отгружают в большегрузные машины. В этом году с реализацией плодов проблем не было. Основную массу яблок приобретают крупные торговые сети. Альбина Ламкова, Либастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Адыгейский район.